В Башкортостане количество открытых вакансий в октябре 2020 года выросло на 24% по сравнению с прошлым годом, но упало на 11% по сравнению с сентябрем текущего. Данные по России несколько иные. Количество вакансий в октябре выросло на 18% и 1%, соответственно. Об этом сообщает сервис HeadHunter Урал. Работодатели чаще всего нанимали специалистов сферы продаж. Общее количество вакансий составило 28% от всех предложенных в регионе. 22% предложений касалось сферы рабочего персонала, 17% в сфере строительства и недвижимости. Ну и также компании искали работников на производство, это 12%, и водителей, а также логистов, 9% от общего числа. Среди соискателей наиболее популярными оказались профессиональные сферы продажи, всего 11% от общего числа резюме в регионе. Производство 9%, на добычу сырья пришлось 7%, а также по 6% на административный персонал и транспорт и логистику. Ну интересно, что на 75% упала потребность в госслужащих, в то же время максимальное увеличение спроса зафиксировано в сфере домашний персонал. Количество вакансий здесь выросло на 24%.